Привет, зритель! Мой воскресный завтрак сегодня может быть не особо полезный для кого-то, но мне он физически необходимый. У меня тут два бутерброда, белый хлеб, что-то батон, по-моему, в пределах 30 рублей, честно, не помню уже. Сливочное масло, хулиганка тут бегает. У меня и так на окне куча всего. Давай уж лучше здесь сидеть. Короче, сливочное масло. Обережье Ярославская, по-моему, эта область выпускает. По скидке покупала что-то около 150 рублей за 180 грамм, 82,5% жирности. Сыр вчера купила себе небольшой кусочек, около 200 грамм. Цена за килограмм почти 900 рублей. Это ларец с грецким орехом. Часть у меня уже отжали, еще кусочек выпросили, но не съели. Тут у меня как раз вот два бутерброда. Я хочу попить цикория с женьшенем от Бианова, с сиропом цикория тоже от Бианова. У меня еще тут есть неполная чашка кефира, ну вообще-то простокваша козья. Да, кстати, это можно купить до 150 рублей за пакетик на Wildberries. Артикул будет в инфобоксе, это в пределах 300 рублей. Также можно найти на Wildberries. Но артикул тоже будет в инфобоксе. Кефир у меня козья, ну козья простокваша. Я покупаю за 100 рублей полуторалитровую бутылку обычно. Тут у меня жмых черного тмина, потом жмых смеси семян, черный кунжут, белый кунжут, масло льна, семечки подсолнечника и семечки тыквы. А также еще масло немножко у меня тут кедрового ореха и рапмасло, кстати. Чуть-чуть добавила просто для сладости порошка тара. Но вот он смешался, его даже по запаху не ощущаешь. И что у меня тут? Я вообще еще тут изначально вот эти яблоки были запеченные в микроволновке. Это сорт Победа, очень вкусные, кстати. Они у меня, правда, темные, потому что я их забыла вовремя убрать с балкона, и они замерзли. Но вот они, в принципе. Да нет, это не Победа. Вот. Замерзшее яблоко Победа. Такое потемневшее. И я их просто запекаю. В медленноварке готовится еда тоже. Ну и, в общем, я хотела сначала поесть яблоки с кефиром и попить цикория, но в итоге вот получилось так, что мне физически необходимо съесть пару бутербродов с сыром, со сливочным маслом и белым хлебом. Может, было бы и черным, но у меня, к сожалению, в наличии только сейчас белый хлеб. Кошка, которую очень жаждали в кадре увидеть, по-моему, на последний, что ли, СМР в комментариях я читала. Я даже, наверное, сейчас две чайных ложки положу этого цикория. Я еще хотела с вечера залить кефиром гранолу. Даже потом подумала, может, овсянку, овсяные хлопья залить кефиром. Но, наверное, может, я сделаю это на завтра. Потому что завтра мне надо будет ехать, идти вообще за молоком в мой бывший район. Мне как раз козье привезут, козье молоко, творог, может быть, даже простоквашу. Тут остатки молока покупного. Это у нас в Магните появилось, написано, большая упаковка, новинка. Литр, 1 литр 400 миллилитров, ну, 1,4 литра, чуть меньше, чем полторашка. Простоквашино молоко 3,2%. За 108 или 109 рублей его покупал, чуть не помню. Не надо суп. Ничего, отжимать хозяина. Ты уже отожала кусочек сыра, тебе дали, ты его жрать не стала. И вот представляете, у меня на балконе был бульон, короче, мясной, от запеченного свиного мяса. И он там стоял, я думаю, она все равно там бегает. Ну, поставила так, чтобы если захочет, пусть съест, мне не жалко. Но вот мы его не ели. Он задубел, значит, ну, в смысле, застыл. Я его покрыла крышкой, думаю, ладно. Вчера вечером достала, разогрела. И оставила на столе. Среди ночи проснулась попить чая. Смотрю, у меня там вообще два бульона было. Два разных. Тот, который я разогрела, и он уже, в принципе, подостыл, но еще не загустел. Был слопан весь. Только потому, что он стоял в районе плиты. Хотя я и специально положила в ее мисочку еще отдельно, но как он согрелся, чтобы тепленький пусть попьет. Кошка нагреет с каждым днем. Вообще, обычно я делаю крепкий сладкий черный чай.
такому бутерброду. Ну или кофе. Ну а тут решила с цикорием попробовать. Мяу! Я ж тебе дала кусок сыра. И по идее, это, наверное, надо было вот этого сначала попить. А не наоборот. Что-то у меня тут телефон булькал, кстати. Закат пришел. Я, кажется, за своим собираюсь поехать. Пошла есть сыр, который выпросила до этого. Очень даже нормально. Ну, молока уже нет. Горячевато немножко. И хочется мне еще сладкого добавить. Так как можно, ну, советуется на упаковке не более 2 чайных ложек. В принципе, как раз 2 чайные ложки тут и будет. Я заказала на Wildberries набор, ну, 2 штуки колготки с начесом. Что-то от плюс 10 до минус 30, якобы, я уж точно не помню. По скидке. Они как раз пришли. Я вчера ездила, заказы забирала. И только я уехала, там пропечатался еще один. Как раз эти колодки. Это-то выйдет уже в среду. Потому что на понедельник и вторник у меня уже есть еда, хоть и не смонтированная. Это ты что делаешь такое, а? Ох. Я тут нашла удобный способ применения маски для лица. Рукой закрываю, потому что, видимо, у меня хотят еще отжать сыра. Кошка, я вчера его принесла и маленький кусочек себе отрезала, а ты у меня отжала где-то 1/3 куска всего. Ты на работу не ходишь. Мышей ты ловишь только в деревне. На мое счастье, тут мышей нет. Но жрешь ты как не в себя. Много больше хозяина. А ведь гадишь под ванной. Не пристали стана. Уже год. Крайне редко, что в свой лоточек ходишь по-большому. Когда хозяин совсем ласты откидывает. Я вчера убралась там. С эфирным маслом грейпфрутом от натуральных масел вымыла пол и в квартире заодно, чтоб пресно пахло. И ведь ты, наглое животное, все равно туда полезла гадить. Дрешь обои. Вот я понимаю, если бы ты была послушная кошка, не драла обои, ходила как надо в лоточек и по большому, и по малому. Тогда понятно, что ты отжимаешь 2/3 куска сыра. Которые стоят почти 900 рублей за килограмм.
Что хочу сказать, очень хорошо пошел бутерброд с маслом сливочным и сыром. С цикорием от Бионова. И сиропом цикория вместо сахара. Такими темпами мне это останется, и можно будет как раз залить гранулу. Нет, это был платочек. А то завтра молоко появится только после того, как я схожу на встречу с владельцем козы. Точнее, с владелицей козы. Там не одна коза. Так, конечно, можно сейчас, когда поеду из Вайбер, зайти в магнит, купить молока немножко, чисто к чаю. А что-то сейчас повалилось пить зеленый чай с молоком. Порошковый. Здесь у меня какой-то очень парашный. На пачке написано «изумрудный японский чай». На самой этикетке видно, что он, ну, далеко из изумрудного вообще. А внутри такая серо-белая масса порошкообразная. По вкусу даже с молоком ее пьешь, вот уже ощущение, будто мел пьешь. Не знаю, пили вы когда-нибудь мел или нет. Я когда-то пила в 2005 году, мне надо было сделать рентген желудка. Надо было тогда съесть, за раз, по-моему, выпить целый стакан 250 мл жидкого мела. Вот тут вкус такой же, плюс еще молоко. А может, без молока эту хрень пить вообще никак. Один раз мне такой чай попадался, как бы, ну, один раз попить, вот вроде, да, новинку. Ну, от безысходности выпьешь, когда хочется чего-то, вот просто чая с молоком какого-нибудь. Но когда цена, будто это реально хороший качественный чай, заявлено что-то вообще одно. А цвет там как земля. Сейчас играет с моими тапками на полу. В общем, мне не хватало двух бутербродов и чашки цикория от Бионова. Потому что ни яблочек, ни кефирчика вообще неохота. Я прям наелся. Зритель, хочешь поддержать канал? Допустим, нам с кошкой на сыре закинуть Ларет Ламбер. С грецким орехом, без грецкого ореха. Костромской малыш. У меня, кстати, есть магазин костромского сыра. Ну, не только сыр, там еще продукция какая-то. То можешь задонатить, где-то будет облачко, поддержи Лёльку. Ну и спасибо тебе за просмотр. Я надеюсь, ты поел, зарядился положительной энергией и пошел на свою работу. Ну или еще куда-то там пошел. Пока!